Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас в гостях на своем канале. И сегодня у нас будет самый классный формат видео. Мы с вами будем открывать посылочку из Иваново. А посылка эта непростая, да, она с сайта T-Decor, а точнее это интернет-площадка, где собрано несколько компаний, фабрик-производителей, где вещи можно купить по привлекательным ценам. И если вы тщательно следите за моим каналом, то вы знаете, что это мой не первый заказ, да, это уже второй. И мне понравилась прошлая посылка. Если захотите, можете по ссылочке перейти вверху, посмотреть. Вот так вот выглядела заставка того видео. Мне там вещи очень приглянулись. И эту посылку я ждала больше всего, потому что там я заказала те вещи, которые искала, наверное, больше полугода. И на других сайтах то не было размеров, то вещь была в наличии, пока я оформляла заказ, ее уже раскупали. И я очень надеюсь, что мои вот эти долгожданные хотелки будут хорошего качества. Пока! И я буду не разочарована тем, что я так долго их искала и ждала. Но хватит болтать, давайте скорее открывать вот эту компактненькую, пухленькую посылку, но вещи там очень интересные. И давайте начнем с мелочевки, потому что тут пакетиков много. Первое, что я вижу, это подарочки. А подарочки даются за заказ на определенные суммы. И мне это очень нравится, потому что, ну, кому не нравится получать подарки? Так, и сегодня в качестве подарков посмотрите новогоднее полотенце. Вафельное, кухонное, красивое. Забирай. Помощник мне тут, как всегда, будет помогать. И три носовых платочка. Посмотрите, какие красивые. Носовые платки нам сейчас нужны, потому что мы до сих пор болеем. И я сразу приношу свои извинения, если я говорю в нос. Но болезнь такая, вирусы не дремлют. Состав 100% хлопок, а размер 25 на 25 сантиметров. Расцветки хорошие, платочки всегда пригодятся. Да, забирай. Так, как всегда, накладная. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Да, смотрим. Даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте начнем вот с этого пакета. Так, это футболка, цвет красный, размер 58. И это футболка для мамы. В этот раз не было 56 размера, но решили попробовать взять 58. И думаю, может, не сильно будет велика. Футболка, состав 100... Нет, вру, состав 60% хлопка и 40% полиэстер. В принципе, это хорошо, вещь не так сильно будет вытягиваться. Интересный вот такой принт, термоаппликация. Кстати, при глажке обходите стороной термоаппликацию, чтобы у вас не смазался рисунок, и это очень важно. Следующее. Так, насколько... Я помню, да, еще футболка для мамы, цвет называется индиго. Эта футболка уже 56 размера, состав 100% хлопок. Футболка очень интересная, мама себе на лето под джинсы искала. Имеется кармашек с молнией и декоративная лента черная с белыми буквами, которые добавляют практически сейчас на все модели вещей из Иваново. Но мне футболочка, в принципе, нравится, простенькая, но в то же время интересная. Следующее. Джемпер 50 размер на меня. Цвет называется антрацит. Это такой темно-серый оттенок. На видео он кажется даже больше черным, но он темно-серый. И... Да, черный. И это моя любимая ткань футер двуника. Круглая горловина. Так, стрекоза, насколько я вижу. Короткий рукав. Но сейчас я вам поближе покажу, потому что тут интересно оформлен перед, он короче, чем задняя часть. И мы обязательно померяем. О,
что я заказала такое, я еще не заказывала ни разу. И это ночная сорочка, и причем она очень интересная, модель называется «Лебедь», и размер 50-й. Я как-то всегда больше по пижамам, но тут решила попробовать, тем более цена была приемлемая. Вот такая красота, чем-то напоминает такие индийские орнаменты, мне вот почему-то с таким вот ассоциация, и интересно, по бокам она удлиненная. Очень красивые расцветки на термоаппликации, также мне понравились швы, как будто они сделаны наизнанку, прошитые вот такой декоративной строчкой. Да, ткань приятная к телу. Надеюсь, что не будет сильно краситься, но об этом я вам расскажу в следующих видео. Котелочки я оставлю на потом, их тут две, так, пусть в сторонке лежат. И давайте покажу те вещички, самые, наверное, яркие, которые я заказала для Сони. И тут находится туника. Да, мягенькая туника. Она как флисовая, но я думаю, если вы просматриваете часто сайты интернет-магазинов из Иваново, вы могли видеть эти картинки. Кстати, есть такие модельки еще и для взрослых. И... Тихо, сейчас я тебе дам. Сейчас покажу и дам, хорошо? И можно купить себе такую тунику, и будет family look. Имеется капюшон, вот такая атласная лента, чтобы затягивать длинные рукав. Ну, интересно, с лосинками, с джинсами. Кстати, заказала размер побольше на вырост. Приятная, приятная вещичка, мягкая, мне нравится. Туника настолько мягкая, настолько нежная, что в нее хочется залезть и просто вот не вылазить из нее. И я подумаю все-таки заказать и себе такую. Кстати, есть два кармашка по бокам. Ну и ленточку-затяжку я вам показывала. Сейчас даем самому главному критику. Держи. Мягкая. Нравится? Да? Сиди, играйся. Что еще я заказала Соне? Это платье. Причем платье не совсем обычное. Посмотрите. Серое. С удлиненным рукавом. А внизу рукава с вот таким расширением, с таким воланчиком. Интересно, я уже заговаривалась. Ткань плотная. Футер. Красивая аппликация в виде пайеток, роза с пайетками, но она вот так не перекатывается, а пайеточки пришиты. Можно использовать в качестве самостоятельного платья, можно использовать в качестве туники. Мне нравится, простенько, но в то же время стильно. Да? Мне очень понравилось качество исполнения этой аппликации. Настолько все аккуратно и пайетки пришиты ровненько. Никаких торчащих лесок нету. И посмотрите, пробелов тоже нету. Костюм. Спортивный костюм. Костюм на молнии. Но он не сильно плотный, но на прохладные такие летние вечера прекрасно подойдет. Ткань велюровая, на молнии, два кармашка, рукава длинные с манжетами, позади на спинке вот такая киса, сейчас поближе это покажу. Кстати, тоже термоаппликация. А в комплект тоже велюровые штанишки, черные, и вставочки в виде ткани вот этой с леопардом. Интересно, мило, глубокая посадка и резинка, в принципе, не тугая. Для деток это как раз актуально, чтобы не передавливало пузико, как говорится. А штанишка не на манжетах, она прямая.
И что еще для Сони? Это платье. Причем платье я заказала к Новому году. Смотрите. Нежно-розовая. Пышная юбка. Но я думаю, в идеале нужно будет сделать подъюбник, чтобы это смотрелось вот так пышно-пышно. И она прям была такая девочка-принцесска. Мне понравилось, что платье застегивается на молнию и имеется рукавчик. В основном сейчас многие платья, а также вот китайские платья грешат тем, что платьишки продаются без рукавов. А мне кажется, все-таки деткам нужно, чтобы плечики были прикрыты, и это смотрится намного аккуратнее, чем когда у них видны подмышки и пройма вот это неаккуратно висит. Так что на это я обращаю внимание. Платье атласное. Также имеется вот такая лента на поясе атласная, она пришита, и можно красивый бантик завязать. И также брошка. Сейчас я это все разглажу, попытаюсь надеть на Соню, если она мне даст, потому что примерка у нас всегда проблематичная, у меня дочка не любит мерить вещи. Ну а так по качеству я довольна, никаких торчащих ниток, надеюсь, сядет нам хорошо. И давайте переходить к хотелкам. Первое, цвета хаки, это туника. Причем туника очень такая своеобразная, интересная. И долго я за ней гонялась. Я ее еще хотела заказать на сайте T-Decor еще в прошлый раз, но, к сожалению, как мне потом написали, ее не было в наличии. И мне кажется, это несомненный плюс, когда операторы пишут, связываются с клиентом и уточняют наличие товара. Мне это понравилось. Ткань футер. Но сейчас она, эта туника, будет и не так интересно смотреться, потому что ее нужно отгладить. Тут вся фишка, это в шнуровке, которая идет по передней части. И она должна смотреться очень красиво. По крайней мере, то, что я видела на фотографии на сайте, мне очень понравилось. Также капюшон, длинный рукав. Ну, пойдемте мерить, и тогда все станет ясно. И еще поближе покажу вам декоративные вставки, эту шнуровку с люверсами. Все сделано качественно. Я не вижу никаких дырок на местах крепления, потому что бывает, что порой ткань выбивается из металлических зажимов. Но тут пока все на месте, все хорошо, качественно и мне нравится. Ну и переходим ко второй моей хотелке. Тут, естественно, будет платье. Ткань тоже футер. И платье, возможно, вам на первый взгляд покажется очень простым, но мне кажется, в этом и есть его какая-то милота и шарм. Платье коричневого цвета. Спереди аппликация. Но самое главное тут это декор на рукавах. Смотрите, вот такая полоса из клетчатой ткани и милые бантики на рукавах. Но сейчас я это все разглажу, померю и надеюсь, что это сядет на меня хорошо. Вот и подошла к концу распаковка этой посылки. Пишите в комментариях, понравились вам эти вещи или нет, как они сидят на нас, потому что ваше мнение мне очень важно, так как со стороны вы больше замечаете какие-то недостатки в одежде, либо какие-то нюансы, которые нужно подправить. Для меня это очень важно. В принципе, я осталась довольна этой посылкой. Вещи интересные, хорошего качества. И если вас что-то заинтересует, ссылочку на сайт T-Decor я оставлю внизу в описании, а также все ссылки на эту одежду я тоже оставлю в описании. Ну, а также переходите по ссылочке на прошлое видео, посмотрите, что же я там заказала, если вдруг еще не знакомы с тем роликом. Ну, а на сегодня это все. Поддерживайте это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч и пока-пока!